Павильон Венеры – это воспоминание великого князя Павла Петровича о своем путешествии в Европу. Цесаревич увидел подобную затею в парке Шентии и затем захотел, чтобы нечто похожее было создано в его любимой Гатчине. Небольшое здание спроектировал архитектор Винченцо Бренна. Павильон Венеры сразу стал излюбленным местом отдыха императорской семьи. Сюда приплывали на лодках и по ступенькам через окна двери входили в большой зал, украшенный живописным плафоном «Триумф Венеры». Павильон расположен на треугольном острове Любви и с трех сторон омывается водами из Белого озера. Над входом можно увидеть атрибуты римской богини Любви Венеры – колчан со стрелами и пылающий факел. А как классическое искусство встретится с современным, вы увидите 17, 18 и 19 августа. Приглашаю вас на фестиваль современного светового искусства «Ночь света» в Гатчине. Добро пожаловать!